еще хочу бомбу. Да что ж так трис... Я руси не могу поднять. Прицели. А, вот, могу, могу. Давай, давай, бум, 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 где бум? Хочу бум. Есть. О, а почему там воду ударился и взорвался? Мы вырвались! Ты как профессионал! Да, вылетит, блин, не мог отсюда. Удерживай этот курс! Остальные уже ждут нас! Давай быстро, на быстрое перемещение. Хорошо, смогу, смогу. Да, ладно. О, это круто! Да, надо было побольше все-таки Far Cry 3 заданий выполнять. Блин, а я не знал, что так оказывается. Все уже, финал. Ну ладно. Что-то только бред с Хой там произошел. Непонятно как это. Я понимаю, с Васом, да, он мне там ножом поразил, у меня глюки пошли. А с Хой там я что-то не понял. Жди здесь. Да валим отсюда. Туганы твои сгорели, наверное, уже. О, так это же наша первая миссия. Ну, почти что первая. Тут? Доктор Эрнхард. Черт. Лиза, Дейзи, Оливер. Доктор Эрнхард. Где тут цветочки собрать? Вот. О, смерть Дока, новое задание. А я ведь аванпост еще могу захватывать. Джейсон. Где они? Где мои друзья? Я не смог. Он сожрал их, ты что, не видишь? Воинов. Прости. Они забрали твоих друзей. Они предали нас! Твою дивизию, одни предатели. Вот уроды, зачем они его? Ну ладно. Да что ты делаешь-то? Пошли уже. Я не понимаю. Мне нужно в храм. Я чувствую... Подожди, я не чувствую, я боюсь, что там замес. Райли, нам надо идти сейчас! Че он как зомби стоит там? Смотрите, соси, проснулась девушка, охота, загрузка, охота. Рядом. И че, я типа уже в храме, что ли? Че? Да. Какого хрена эти-то забрали? Обалдеть. Трудный выбор. Может, на аванпост сгоняем пока, ну ладно. Или на вышечку. О, очко навык, давайте прокачаем что-нибудь. О, как раз. Ух ты, по яйцам прям, да? Да, кстати, по яйцам, а он же не сдохнет тогда. Че там, кроме возможности из-под воды. А вот это... А это так и не открылось, смотрите! Обалдеть, да? Ну ладно. Смотрите, мы прокачали полностью наш татуировку, и плюс у нас еще мы можем просмотреть ее. Вот, крылышки осталось какие-то вот эти. Ну блин, ну только там, видите, там как раз один навык для этого. Почему-то... А, во, вы не сможете выучить этот навык, выполнить следующий три. Блин, охота за головами, а я что-то не обратил внимания. Ё-моё, надо было выполнить ему тогда полностью татуировку. Эх, три раза надо было выполнить. Ну ладно, будем знать, да. Ага. Просто шикарно, посмотрите. И рука прожглась, кстати. Смотри, Цитра, я надеюсь, ты мой друг. Смотри, какая у меня классная татуировка. О, смотри, я по карточке могу двигаться. Что с моими друзьями? Я рада, что ты вернулся с победой. Эй! Куда ты уводишь его? Ах ты, тварь. Предатель. Я помогаю тебе. Помогает мне. Сейчас опять махаться по-любому с кем-нибудь. Взгляни на себя. Большой, сильный, это могучий. Ты про мой... Зачем тебе становиться тем, кем ты был? Сейчас... О, ролевые игры. Ты совершенен. Это моя вина. Я дала тебе уйти с этой ношей. Путь освободил тебя, но очищение не завершилось. Не понимаю. Я люблю тебя, Джейс, но ты не даешь мне отдать всю любовь. Я знаю, как это тяжело. Мне больно смотреть, как ты страдаешь. Цитра,
Чё, у меня все нормально. У него точнее. Я лишь хочу помочь тебе. Любить тебя таким, какой ты есть. Боготворить того, кем ты стал. Скоро все закончится. Я отведу тебя на алтарь, и ты освободишься от прошлого. И тогда... Я твоя. Знаешь, сколько шлюх... Ой, таких как... Чит сейчас было. Цитра! Мне кажется, на меня сейчас тигр или какая-нибудь толстуха жирная выбежит и скажет: «Да мой Джейсон!» А этот веревками привязан. О, все, фига ты крутой. Пошли вон, кра. Иди по пути воин. Это лава. Лишь сильнейший выживет. На колени, рабы. Сракьет ты. Сракьет. Как и те, кто был до тебя. Наши забирают людей, но не возвращают. Лиза? Так вот, какой ты воин! Воин и выстрелил вас в спину! Сильный воин, ты заслуживаешь последнее татау. Кстати, да, у меня последнего нет, спасибо. Все они падут к твоим ногам. И ты таскаешь все это оружие, и у тебя все эти жуткие тату. Думаешь, ты воин только потому, что у тебя тату на руке? Я схожу их, Джейсон. А, Кривер! Это был сон. Я твоя. Мы все твои. Это... Ты живешь в мире фантазии. Я все это сотру. Все это... Дойди до конца. Иначе все, чего добился, все татау, все, что сделал на острове, будет стерто. Ты уже готов, воин. Вот твой клинок. Давай. У меня есть свой клинок. Че? Нет, Джейс, прошу, 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 Джейс, нет, нет, пожалуйста. Встать на сторону Цитры, спасти друзей. Но я выбираю спасти друзей, тем самым убив их. Ха-ха-ха. Почему ты уходишь? Ты больше не будешь воином и героем. Твои друзья разъедутся. У них будут дети, скучная жизнь. Останься, джунгли навсегда станут твоими. Ты всегда будешь королем. Если их не будет, тебе не придется уходить. Да я просто игру заново начну. С насилием покончим. Все, хватит крови. Джейсон. Посмотри на меня. Будь со мной. Они тебе не нужны. Твоя сила в тебе самом. Джейсон, я люблю тебя. Джейсон, что ты делаешь? Цитра спасла меня, спасла всех нас. И ты отвергаешь ее любовь? Одни предатели. Улыбкой на лице. Походу, я люблю тебя. Не бросай меня. Мне жаль. Цитра, пожалуйста, не бросай меня, Цитра! Цитра, прости меня! Цитра, пожалуйста, нет, не бросай меня!
Столько людей, что потерял счет. Я не могу забыть об этом. Я монстр. Я чувствую гнев внутри себя. Но я спокоен. Где-то внутри меня есть что-то. Что-то лучшее. Ну вот мы и прошли очередную игру Far Cry 3. Ну и, как оказалось, как всегда, главный герой оказывается совершенным монстром, который почти всех убил. Даже в любом хорроре, считайте, почти всех. Ну ладно, неважно. А так, можно сказать, что, ну, здесь нам придется, да, наверное, игру как-то заново начать, я не знаю, но в четвертой части можно продолжить. Мы там остаемся и, в общем, можно продолжить играть дальше. А здесь... Вот мы уезжаем с этого острова. А так игра классная, не зря о ней столько говорили. Но вот я решил пройти вот эта игра, да, в отличие от, например, Биошока, которого я много слышал, да, там. Мне он не так, например, понравился. А вот все-таки Far Cry 3, о нем много говорили, да, и... Ну и вообще, я играл в четвертую. Вот и знаю принцип. Классная очень игра, скажу. Просто, ну, других слов нет, вот. И, наверное, можно на этом ненадолго попрощаться, сказать до свидания. И, в общем, да, пока.